Мерве Балагур – одна из самых красивых и востребованных актрис Турции. Мерве имеет множество талантов и достижений. Она заявила о себе как о прекрасной актрисе и уже вскоре стала ею. Кроме достижений в кино, Мерве – прекрасная модель, которая показывает, что в этом деле рост не главный, а важна харизма. С личной жизнью Мерве уже все отлично, но это с недавних пор, так как совсем недавно актриса не смогла похвастаться своим женским счастьем. Напомним, что в 2016 году она вышла замуж за известного певца Мурата Далкылыча. О истории любви Мерве и Мурата можно книги писать. Пара некоторое время встречалась, но по неизвестным причинам они расстались. Спустя некоторое время они снова решили попробовать быть вместе и с того времени не разлучались. Мурат сделал Мерве предложение, от которого она не смогла отказаться. Пара сыграла красивую свадьбу, и все было бы хорошо, но их брак долго не продержался, и вскоре они развелись. Сейчас Мурат собирается вновь вступить в брак со своей новой возлюбленной Ханде Арчел. Сама же Мерве долгое время не афишировала свою личную жизнь. И вот недавно в сети появилась информация о новых отношениях между Мерве и прекрасным незнакомцем. На данный момент актриса не дает никаких комментариев по этому поводу, но и не стесняется появляться на публике с возлюбленным. Желаем Мерве счастья и огромной любви. Она замечательная, мы ее любим.